Так, с второй корзины я хочу Наполи, за то, что там играют два мои друзья, которые играют в сборной Польши, Милик и Зелинский. Третья корзина это будет Лион. Я там играл, выступал за Лион один сезон, и приятно будет вернуться в Лион. А с четвертой корзины я выберу Галатасарай. Я считаю, что будет интересно там играть. В Турции всегда хорошая атмосфера и фанаты. И так-то будет очень приятно. Это моя группа. МЮ – это мой самая любимая команда после Ювентус. Я хочу, чтобы МЮ попал у нас в группе. Вот. Здесь Аякс. И я хочу, что хорватская команда, что Чарли ездил домой и после игры. Еще больше шанс было у нас, потому что МЮ это топ-команда, и с Аяксом, и Динамо Загреб, с ним можно равный футбол играть. И у нас больше шанс будет выход из группы. Вот, мне нравится вот это. Так, Локомотив на первом месте. В группе будет. Я выбираю Манчестер Юнайтед, потому что у меня мечта сыграть против этого клуба в Англии. Так, второй, наверное. Пусть будет Монако. То есть последний раз играли во Франции удачно. Вот, надеюсь, если будет Монако, также сыграем удачно. Вот. Ну и, наверное, Интер. Потому что никогда не играл так же против этого клуба. Ну, в принципе, такая группа вот получилась. Группа смерти.